Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой в режиме видеоконференц-связи провел заседание оперативного штаба МВД России. Главной темой стало обсуждение вопросов обеспечения безопасности в период проведения Дня народного единства, подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедерации 2017 года. Александр Горовой сообщил, что на период ноябрьских праздников в охране правопорядка планируется задействовать более 23 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Вторым важным вопросом заседания стало планирование строительства, реконструкции и капитального ремонта изоляторов временного содержания и специальных приемников. Первый заместитель министра внутренних дел дал поручение в ежедневном режиме контролировать ход освоения бюджетных обязательств, выделенных в 2015 году на проведение специальных учреждений в соответствии с требованиями современного российского законодательства и международных стандартов.